Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов навестил жительницу поселка Новый Городок «Любовь Родину». Сейчас Любовь Михайловне 97 лет. В 1941 году она участвовала в обороне Москвы. Вместе со сверстниками копала окопы, помогала возводить оборонительные сооружения и устанавливать противотанковые ежи. Глава муниципалитета вручил пенсионерке памятную медаль, приуроченную к 80-летию героической обороны столицы, и поблагодарил ее за тяжелый труд в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.